книга, она для россиян, она очень полезна тем, что это как бы исповедь человека, автобиографическая исповедь человека, который вырос в украинской школе, в украинском вузе, но при этом не стал украинцем. Он остался русским, и как только появилась возможность за эту нашу русскость побороться, мы за нее включились в борьбу. На Донбассе, повторюсь, заякориться мне не удалось, меня оттуда твой друг Владислав Юрьевич, значит, выкорчевал. Ну хорошо, наш друг. Наш общий друг Владислав Юрьевич Сурков не дал, да, он, в принципе, такой по своему стилю, он любил более простых людей.